Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Александра. Видели вы этот аккаунт? Он был у нас на ролинке, там, где мы ролили основы и без доната. И сегодня мега-мега для него день, мега-плюхи. Решили так просто ему подарить сайджи Огника. Админ панелька, в общем, тащит. Попробуем сегодня ему словить. У Огника есть 12 сумок. Я не знаю, сколько у него тут осколков есть. Сейчас посмотрим. Есть или нет. 83. Землеройки у него уже есть. У Огника всего 18 осколков. Так, мы ему здесь ролили. У нас остался Некрос, Вольт Космо, Стрелок, Махатма. В общем, куча всего. И сейчас попробуем. Так, выходной подарок, кстати, надо забрать на сардельке. Попробуем его вытащить. Поехали, пооткрываем плюшечки, которые у нас есть. 30 сумок. Prime Emblem 8. Это уже плюс. Сразу же ремочка. Уже однозначно. Так, две грубых. Три грубых силы. СО. 4, ну это реально. Просто чисто грубые 5. Они издеваются, что ли? Факт, вот это пойдет. Психощит 8. Железка, отлично. Исцеление. Еще одну. Офигеть. Шестой. Шестая грубая сила. Офигеть. Раскол для архидемона. Отлично. Еще одна ремочка. Супер. Ну вот реально, чем кайфово. Кучу эмблем можно натащить. Седьмая, по-моему. Смотрите, сколько всего. Восьмая. Офигеть. Треть это треть от всего. Это просто грубая сила упала. Ну-ка, сейчас, секунду. Вот смотрите, сколько у нас здесь есть разных эмблем. И в основном падает грубая сила. Офигеть, давайте три откроем. Ну, хоть так вот. Так, что еще интересное? Интересные вот эти вот плюшечки. Вот, смотрите. 40 коробочек, отлично. 60 чар. Ну, вообще супер. Плюс можно будет сейчас прокачать еще скины. Облик землеройки. Почти как у меня на английском сервере. Смотрите, какой облик Анубиса теперь будет. Отлично. Ну-ка, 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 я что-то пропустил. А, есть у него. Обычный у него есть, отлично. Так, и поехали. Еще надо добить облики зданий. Так, ратуша готова. Башенки. Как силушка хорошо растет. Так, еще такие башенки. Супер. Что у нас по акциям сегодня есть интересного? Кольцо удачи. Сейчас посмотрим. А, ничего себе. Мне показалось, по-моему. Вряд ли мы вытащили. Так, раз, два. Сколько плюх? Ну, такое себе. Так, бога грома сегодня у нас нет. Фонтана желаний нет, архидемона нет. В общем, ничего интересного нет. Поехали посмотрим. Супер набор. Выращивай призы, разбей яйца, кузница.
Сокровищница даже есть. Кузница Лепрекона, таланты. Давайте в императорскую забежим, посмотрим, что у нас интересного здесь есть. Нам бы стрелка, конечно, было бы неплохо. Так, есть такие Prime. Два мешка. 30 феника. Наверное, лучше всего. Сколько? 120 тысяч за 2 Prime? Там 30 продают. Что за бред? Давайте заберем. Феника лучше. Это жесть. Да, ну и цены. Так, поехали, паскальные яйца разобьем. Давно, кстати, на русском сервере я уже не разбивал яйца в этой акции. Помню, раньше по 250 попыток ради одного героя, который сейчас стоит 1/10 пака большого. Ну, время идет. Мешок Prime. Легендарные. Так, отлично. Посмотрим, что там у нас. Ну, эти все расходные мешки. Хотя бы раскол, в принципе, тоже неплохо. Так, что у нас тут? Смертушка. Это новые мешки с эмблемами второго уровня, сундук лабиринта. Ну что, поехали. Попробуем словить удачу. 20. 30, 40, 50, как думаете, будет 65? Мне кажется, придется брать второй пак. Просто так IGG ничего не раздают. 10, 15, это в любом случае ему все. 15, итого нам где-то чуть-чуть не хватит, а сколько? Тут только такие есть, да? Жалко, жалко. Разнообразие бы какого-то. Чего здесь нет? 173, ребята, 173. Это вообще жесть. Это печаль. Это называется жизнь-боль. Вот так вот. Ну, хотя я вытаскивал, я показывал вам не один раз, из 10 собирали. Если открывать все вместе и по одному, по-разному, конечно, падает. Ну, опять же, это все IGG. Ну, вы, конечно же, лепите лайк за такие видосики. Качаем маки. Так, окей. Ну, я думаю, тут уже без вариантов. Тут просто без вариантов. Сейчас просто заходим, жмакаем вот так вот открыть. Все, еще получаем дофигища ресурсов. Интересно, как думаете, сколько получится? Вот, ребят, 275 и 60. И это с 12 мешков. Это 3,5... Сейчас посмотрим, сколько у нас всего огников получилось. Ну, 2-то точно есть. Наверное, 2,5 огника, ребят. Офигеть. Обменять. Вот так вот. Почти 3 огника. Давайте сразу же 2 откроем. Сейчас паролем их. Интересно, что у нас по ресурсам на прокачку? По ресурсам на прокачку реально огонь.
Ну, так как-то, видите, когда открыли все вместе, то как-то получше упало, чем первые разы. Так, еще 10 мешочков таких получили, отлично. Командора 75. Так, выращивай призы, разбей яйца, побежали сюда еще разок. Посмотрим на удачу, что у нас тут сегодня упадет. Железная воля, первый сад. Конечно, прикольно. Но розу нам бы было бы неплохо. Выживание, первый сад. Ну, это, конечно, смешно. Ну, в любом случае, у него есть уже два огника. Не один, а целых два, ребят. Кстати, мы так и не это. Давайте зайдем еще, докачаем скины. Скин землеройки, которой у него нет. Это самое, самое обидное. И скин Анубиса. Такс. Ну что, поехали. Ну тут пятерки все. Тут вариантов, скажем так, особо нет. Но это, ребят, это еще не все. Теперь у него еще есть и Минотавр, которого тоже надо качать. А, такс. А, по-моему, сразу нам уже сюда упал. Вот они, три героя. Обех. Просвет однозначно сюда, бастион сюда, замедление сюда. Еще один просветик, отлично. Можно замедление уже сменить. И сразу к нам пришло еще одно замедление. Так, ремка. Живо. Так, ну тут мы, наверное, остановимся дальше. Ну, хотя можно сюда я живо поставить. А, так, огненка. Блин, тут, конечно, огненка было бы получше. Чудесно, смотрите, как. Как все чудесно. Опять замедление. Да что это за аккаунт такой?
Берцовая. Но у него теперь есть исцеление не шестое, а сразу же восьмое. Аж 8 штук. Обалдеть. Так, ну тут можно замедление оставить. Да, с талантами тут, конечно. Так, просвет. Ух ты, блин. Когда он это все будет качать, я даже не знаю. Даже не могу представить, честно говоря. Можно, кстати, малышунику поставить. Тут получит какие-то плюхи. В общем, ладно. Такой вот, ребятушки, у нас получился эпичненький видосик. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в еженедельке. Всем удачи, всем пока.